Приветствую всех. Сейчас я покажу, как найти все 5 томов о пиромантии в Dark Souls 3. Для начала отправляемся на костер Лес Мучений, в локацию Путь Жертв. Появившись у костра, бежим немного вперед, затем поворачиваем направо. Бежим через болото к этому массивному каменному строению спереди. У лестницы поворачиваем направо и бежим к тому огромному злобному крабищу. Около крабища будет дерево. Под деревом лежат два трупа, на одном из которых книга о пиромантии Великой Утопии. Второй том пиромантии называется «Книга о пиромантии Картуса». Книга находится в локации катакомбы Картуса. Чтобы ее найти, необходимо отправиться на костер Хранители Бездны в локацию Путь Жертв. Костер появляется после убийства одноименных боссов. Появившись у костра, бежим вниз, в катакомбы. Спустившись по лестнице, поворачиваем немного левее. И здесь бежим по мосту. Слева снизу вы можете видеть выступ, туда нам и надо. Прыгаем и бежим вперед вот в этот проход. Здесь и будет лежать труп, а на трупе книга о пиромантии Картуса. Третий том пиромантии находится в локации катакомбы Картуса, костер руины демона. Этот костер находится справа от входа к боссу локации Тлеющего озера. Как найти Тлеющее озеро, можете посмотреть в другом моем видео. И вот от костра мы бежим вглубь катакомб. Спускаемся по лестнице. Спустившись в самый низ, бежим направо до упора. Затем налево. И вновь налево, вот в этом маленьком проходе. Здесь мы пытаемся перепрыгнуть это отверстие в полу. Но если же этого не удалось сделать, это ничего страшного. Бежим вот в этот проход. Здесь поворачиваем налево и поднимаемся по лестнице. Там будет костер. Зажигаем его. Этот злобный прыгучий моб таки убил меня. Но я появился у костра, который только что зажег. Бежим вот в этот проход. Бежим до конца. И здесь, на трупе, будет лежать книга о пиромантии Изолита. Четвертая книга о пиромантии находится на арене с боссом. Чтобы ее получить, необходимо отправиться в локацию катакомбы Картуса на одноименный костер. Появившись у костра, отправляемся к боссу. Мой путь немного будет короче, так как я заранее поднял эту решетку. Добравшись до комнаты с пьедесталом, на котором стоит чаша, подходим
юзаем эту чашу. Нас переносит на арену с боссом. Книга о пиромантии и хранителя могил будет лежать прямо вот на этом трупе, под боссом. Ежели вы не успели ее взять до победы над боссом, книга появится в комнате с чашей. Последняя, пятая книга о пиромантии, находится примерно там же, где и книга Изолита. Однако бежать до нее немного иначе. Отправляемся на костер руины демона. Снова бежим в катакомбы. Спускаемся по лестнице. Здесь нужно взять немного правее, но вместо того, чтобы бежать до конца, находим вот эту лестницу и спускаемся. Спустившись, поворачиваем направо, бежим до конца. И снова направо вот в этот проход. Убиваем эту злобную крысу. Здесь я заберу душонки, которые недавно потерял. Использую уголь, чтобы было как можно больше хп. Одену одежду с лучшим резистом от огня. Даже использую пиромантию. Также можно сожрать немножко жучков. Когда приготовления завершены, прыгаем и бежим по лаве вот в этот проход. Поднимаемся по лестнице. И слева, возле паука, будет книга о пиромантии Эквиланы. Но на самом деле здесь можно было сделать гораздо проще, потому что если вернуться немножко назад, а потом повернуть направо, здесь будет иллюзорная стена.